Регистрироваться на рейс теперь станет удобнее. В Мирнинском аэровокзале установят современную систему регистрации. По словам сотрудников предприятия, это позволит обслуживать пассажиров быстрее. Для нового оборудования уже нашли место. Основной зал аэропорта расширят за счет реконструкции стоек регистрации. Масштабные работы начнут уже в этом году. Мы сейчас в данный момент уже заканчиваем открытую закупочную процедуру по выбору поставщика. То есть мы планируем в этом году с переходом на следующий год, значит, установить новую систему регистрации в аэровокзале. За счет этого мы немножко планируем увеличить площадь нахождения, свободную площадь нахождения пассажиров в аэровокзале. Ну и у нас будет современная система, как в общем-то во всех аэропортах, с открытыми стойками, ленточными транспортерами, куда вы ставите багаж.